Бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты и другая визуальная информация должны излагаться на государственном и русском, а при необходимости и на других языках. Об этом гласит закон Республики Казахстан о языках. Но не всегда эти требования соблюдаются. Зачастую эта информация предоставляется только на одном языке. В целом, статья 21 закона о языках четко указывает, что вся визуальная информация Республики Казахстан должна излагаться слева и выше на государственном, то есть на казахском, справа и ниже на русском языке. При этом одинаковы размеры буквами. Больше никаких требований там нету. Чаще всего на вывесках торговых точек информация написана только на русском языке. Бывают ошибки и не в грамотном переводе. Вот, например, сегодня в ходе рейда в одном из магазинов города не соблюдены требования законодательства о языках. Хозяину торговой точки выписали сопроводительное письмо, в котором дан срок – 14 дней исправить это нарушение. После этого мониторинговая группа повторно проверит. Мы не можем никаких мер воздействия предпринимать, в том числе административного. Ограничиваемся только письменными рекомендациями. Но что отрадно отметить, рекламодатели, субъекты малого и среднего бизнеса очень хорошо относятся к данным замечаниям. Некоторые тут же демонтируют, потому что отдельные штендера, билборды уже с годами приходят как бы непригодное состояние. С начала года мониторинговыми группами в Костанайской области было выявлено 100 нарушений к требованиям закона о языках. Причем 80 из них уже исправили. Такие рейды будут проводить регулярно. Успан Кимжанов, Алия Досмагамбетова, РТН.